1 февраля ветеранам и инвалидам увеличат пособие более чем на 4%. Постановление правительства подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Кроме того, повышение выплат коснется граждан с детьми, а также при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях. Напомним, что в начале января российские пенсионеры также получили прибавку. Пенсия выросла в среднем на 1000 рублей.